Паблишер абзац Роспотребнадзор предупреждает россиян о вспышке сальмонеллеза в США, пишет РИА Новости. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства. Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок, говорится в сообщении. Случаи заболевания остро-кишечной инфекцией, причиной которых стал возбудитель сальмонеллеза, зафиксированы в 29 штатах. В ведомстве уточнили, что по данным расследования CDC, причиной заболеваний в 29 штатах стали полуфабрикаты мяса кур, еще в 22 штатах – говяжий фарш фирмы JBS Tolson штат Аризона.